Глава МИД России Сергей Лавров считает контрпродуктивными эмоциональные заявления по Карабаху. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, передает канал 13. Российский министр при этом отметил, что некоторые заявления армянских официальных лиц вызывают напряженность. «Я считаю, что лучше было бы этого избежать. До того, как началась 44-дневная война, мы были свидетелями эмоциональных заявлений, произнесенных из Карабаха, либо по поводу Карабаха. Новая война, новые территории. Слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой», – добавил Лавров. Тем самым глава МИД России припомнил экс-министру обороны Армении Давиду Танаяну заявление, сделанное им в марте 2019 года в США сразу же после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьером Пашиняном в Вене. На встрече с представителями армянской диаспоры в Нью-Йорке Танаян сказал следующее. «Как министр обороны я говорю, что формулу «территория в обмен на мир» я перефразировал формулу «новая война, новые территории». В то время министр обороны страны-оккупанта якобы предупредил Азербайджан о том, что в случае новой войны страна потеряет новые территории. Однако время показало обратное. Знал бы Танаян, к чему приведут его пустые слова, предпочел бы умолчать. Не зря молвится пословица «не говори гоп, не перепрыгнув». То, что эти армянские официальные лица делают достаточно такие политизированные заявления в Карабахе, наверное, это вызывает напряженность. И я считаю, что лучше было бы этого избежать. Мы уже были свидетелями до того, как началась 44-дневная война. Мы были свидетелями, как эмоциональные заявления, произнесенные из Карабаха, либо по поводу Карабаха, новая война, новые территории. Мы были свидетелями, как это все создавало. Знаете, как слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.